Всем привет, с вами снова Скрин. Сегодня воскресенье, а в воскресенье я обычно не снимаю видео, но так как я уже сделал уроки, можно немножко сыграть в Left 4 Dead. Стартуем. Для начала нужно взять самую звездатую пухкалку. Желательно использовать дробадан. Теперь потихоньку начинаем делать мяско. Потом нужно будет его хорошенько прожарить на костре. Все, шашлык готов. Но есть некоторые сорты зомбятины, с которыми лучше не связываться. Например, ведьма. Съев ведьму, можно стать ебанутым. Отстреливаем головы, желательно так, чтоб они отъединились от тела, тогда зомби становится менее живучим, и его можно добить фалосом. Зачищаем дом от некачественных сортов, тем самым продвигаясь вперед к нашей цели. Этот сидячий на стуле труп в очередной раз доказывает, что компьютер вреден для здоровья. Хотя это все пиздеж, но все же нужно быть поаккуратнее с излучениями, поэтому настраивайте частоту обновления монитора повыше. Сейчас, за углом, вы увидите типичную ТТшечку. Она рыдает потому, что она отсосала парню и не получила обещанный айфон. Вот, тут есть М16. Пошли раздавать. С М16 главное целиться в голову, но так как у меня включен God Mod и Infinity Ammo, я могу пиздохать целую кучу зомбаков. Хорошо, что тут есть возможность треснуть по щам прикладом, хотя это и малоэффективно, зато весело. Идем дальше. При желании можно спокойно прогуляться по городу и осмотреть местность. Еще пара зомбаков. Ух ты! Пиздатая лодка, однако. Автоматический дробадан. Одно из самых пиздатых оружий в игре. Блять, слезь с меня, пидор. Как уебу, сука. Фух, ебаный в рот, этот еврей меня нехило напугал. Их тут дохуя, и это не может не радовать. В этой игре самое главное это мясо, сюжет такой себе, но мясо вообще ништяк. Похоже на то, что в этот дом уехала семья дагестанских нелегалов. Вот это нихуя. Что за пончик? Пиздец, он ёбнул. Бля, тут много машин. Почему бы главным героям не съебать отсюда? Скоро нас ждет встреча с самым юдовым персом в этой игре. His name is Tank. Бух. Блять, что это было? Nothing. Блять, съебись, нежданчик. Окей. Фух. Я ебу, что это было. Надо дать тиммейту пилюли, может он станет гиперактивным. Ну вот и вагон, его нужно открыть, а там здоровенный танк. Оттуда может выплюнуться еще и толпа инвалидов. Бля, съебываем отсюда, пусть они сами разбираются с этим телом. Ебать, он разошелся. Надо его ликвидировать. Хотя в пизду это, пойду лучше сныкаюсь. Менструация дает о себе знать. Даже на экране проявляется. Теперь это похоже на вагон, в который скинхеды запихали хачей и пустили со скалы. О, заебись, они убили танка, теперь можно благополучно съебаться отсюда. Фу, кто пернул? Фу, это же Дрисли. Дрисли приманивает говноедов. Противное, мерзкое хуито. Наконец-то, нужно пойти помыться. Короче, на сегодня хватит, пойду помоюсь, господа, ожидайте тутор в скором времени. Лайк, подписка, пиписка. Не подписался, на второй год в школе остался. Всем пока.